Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Карадима Татьяна, я художник и член жюри международного конкурса Golden Time. Хочу поздравить всех участников конкурса, и чему я очень рада, что на этот раз участники конкурса также творческие личности из Греции. Хочу отметить, что возрастные категории участников они абсолютно разные, от 5 лет и заканчивая профессиональными мастерами. Назову имена участников, чьи работы я оценила максимально, то есть в 9 и 10 баллов. Начнем. Ева Рикалова, портрет 9 баллов. Яна Харутюнян, натюрморт 10 баллов. Ангелина Назаренко, 3 работы, 2 из которых оценены мной в 10 баллов. Одна из них на украинскую тематику. И пейзаж в 9 баллов. Ирина Вратняк, 10 баллов. Также украинская тематика. Хочу сказать, что чувствуется боль и состояние художников. Поэтому мы наблюдаем их работы на эту тему. Я желаю всем мира и мирного неба над головой. Продолжаю. Ирина Вратняк, 10 баллов, 2 работы. Дарина Ильяс, 2 работы, 9 баллов. Ночной пейзаж, очень уникальная техника исполнения, замечательная идея, индивидуальность. Ирина Плиешакова, 10 баллов. Элин Гахраманов, мной оценен в 10, работы которого мной оценены в 10 баллов. Отражение, уникальное мировосприятие, точные образы и индивидуальность чувствуется. И замечательная идея. Валерий Губагла, 9 баллов, зимний пейзаж, одна из работ. Элиза Местой, 9 баллов, и вторая работа в 10 баллов, пейзаж, горы. Алена Слобода, 10 баллов. Сюзанка Качанкова, 10 баллов. Отмечаю интересный стиль в работе. Ирина Баранова, 2 работы, 10 баллов. Ольга Кюсней, Примак, 2 работы мной оценены в 10 баллов. Татьяна Гард, 2 работы, 10 баллов и 1 пейзаж, 9 баллов. Алена Лабунец, 9 баллов. Галя Дашабаева, 10 баллов, портрет. Ирина Левит, 10 баллов. И Лилия Хорошка, 9 баллов. Андрей Хиганс, 10 баллов. Морской пейзаж. Ольга Амельянс, 2 работы в 9 баллов, но оценены. Татьяна Кондратьева, 3 работы, 10 баллов. Интересная идея, композиция. Оксана Савченко, 10 баллов. Натюрморт. Тонкое исполнение, воздушность, прозрачность. Алена Красненникова, 10 баллов. Особенно отмечаю работы Ольги Балутниковой, 10 баллов. Мастерство и профессионализм в работе, естественно, чувствуется. Елена Белянская, 2 работы, 10 баллов. Наталья Ларгина, 10 баллов. Ольга Абриутина, 9 баллов. Азан Наим, 9 баллов. Отмечаю также работу Артемия Артемиева. Очень индивидуальный подход, 10 баллов. И Ольга Абриутина, 10 баллов.